Всем привет! С вами Kiki House of Sarabi. И сегодня мы начинаем второй раунд. И с нами Блонди. Тема категории Hands Arms. Адская кухня. Вкусный завтрак – это начало хорошего дня. Доставайте венчики. Будем взбивать омлет. Задание на второй круг. Во время своего перформанса взаимодействовать с венчиком. Проходит. Точно проходит. 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 Бэм! 100 across the board. Проходит. Чап. Нет, точно нет. Не знаю, не понравилось. Чап. Бим. Проходит. Это звук в треке или они сами его сделают? Это в треке. В треке? Подходит. Проходит. Бьем. Бьем. Подходит. Подходит. Вы нам подходите. Проходишь дальше. Это в монтаж не надо включать. Шучу, надо. Проходит.
Мэшап. У других было креативнее. У других было круче. Такие маленькие. Чап. Ну, грязно было, блин. Даже если на арм станцует, это можно вот так делать, а не вот так. Держать этот ковшик или что это там такое у них. Тема категории New Way. Здорово жить. Укрепляем мышечный скелет. Прокачаем ваш пресс, планка, ну и, конечно же, в помощь вам гантели. Задание на второй круг. Интерпретировать свой перформанс, силовые упражнения. И взаимодействовать с гантелями или утяжелителями. Проходит. Like a hoe? Ты чем там занимаешься? Не, это ваш трек. У неё был. Мне с этими гантелями не нравитесь вообще, боже. Ужас. Чап. Окей, давайте дальше. Не проходит. О! Аутфит неплохой. Барби Гёрл. Чап. Чап. Тэн. Проходишь дальше. Четкий я трек. Thank you.
Окей, она тен. Не, оставляем. Хорошо, ладно, оставляем. У нас категория липсинг, и так сложились обстоятельства, что у нас осталась одна участница, и сейчас мы посмотрим ее клип, и, возможно, это будет последний раунд липсинга, а точнее, сейчас у нас уже финал. Да, Серка. Congratulations. Последняя финальная работа. Блонди, Стейси, your opinion? Конечно, мне нравится. Ну, Гага круче была. Прости, больше нравится Гага, чем Риана, скажи честно. Да? Это тоже будет в синеньком, да? В каком синеньком? Ну, типа монтаж. Синеньком? В сереньком. Ой, в сереньком, да. Тема категории «Best шкаф» – модный приговор. Пока погода однозначно не радует нас теплом, еще актуальна тема теплых нарядов. Задание на второй круг. Продемонстрируйте 3 демисезонных образа и обязательно включите свой образ предметы верхней одежды. Честно, она взяла прием с собакой. А от меня нет. Окей. Дальше. У меня собака. Да. Найс. На Катрусе похоже на какой-то фотосвета. А кстати, да. Мы раньше вместе в одной школе учились с этой девочкой на параллели. Подсуживание. От меня тен. От меня тоже. Это тен. У меня похоже пальто. Окей. Это на горле, нет? Нет. Нет, я тоже потеряла,
это пайетки. Может, тен. От меня тен. Нет, все, тен нужно поближе, хочу посмотреть. Не, мне кажется, это типа такая лакированная кожа, нет? Тен. Мне просто издалека показалось, что это, ну, вот как эти пайетки. Да, похоже. Мне не понравилось. А? Мне не очень понравился третий образ. Ну, чапать это, если не нравится. Чап? Угу. Чап. Прости, пожалуйста. Не подфартило. $200 за ночь. Ага. Это, конечно же, вырежется. Нет. От меня тен. Мне это нравится. Тен. Дальше. Подходишь, next, проходишь. Не, подходишь, да. Покупаем. Покупаем, беру, да. Окей. А, и обувь появилась. Это Зара? Ой, этот мне нравится. Чайки сзади. Ну он же чайка. Ай. Ну, все заметили, все окей, видно. Ну, это-то. Да? За креатив прям вот это вообще. Follow. Это у которой шкаф фок? Да. А у нее шкаф фок? Да. Для меня нет. Для меня тоже нет. Дальше. Оппозитивная, очень миленькая, ты... в конце вариантик, да, с часиками. Ну, это все мило, но все-таки ну, шмот. Прости, все-таки шмот. Прости, прости, самое главное. Мне второй не очень понравился. Да. Мисс Анна. Сосочек такой интересный. Где сосочек там? Да, вон, смотри. Мне очень понравилось. Видели мужа? Муж опять давай. Так вот, кто-то же должен быть на съемочной площадке. Ае. Лайк. У всех фишка с часами. Все куда-то опаздывают. The fuck? Окей. От меня тен. От меня тен. 10. У. Сдержанная, легальная. Лайк, лайк, лайк. Это наш главный эксперт по моде, Катруся. А кто там? Кто Хромченко? Я. Он. Хромченко, я Надежда Бабкина. А я потому что Зайцева Зайцев? Да. Give me that pathos, bitch. Что за фишка с отсылкой к полицейским? Есть такое Fashion Police. Ага.
Наташа, оставим это решение. Наташа решает. Наташа решает. Что творить? Это была категория, которая, в которой мы оценим ваши образы. Вот, и, ну, для меня это нет. Ну, по образу только. Ну, тебе понравилось. А без одежды хорошо. Ева еще. Давайте еще пересмотрим этот. Кого? От меня ты проходит. Да, проходишь дальше. Круто. Тема категории Oldway – «Орел и решка». Продолжаем нашу кругосветку. Следующим мы посетим африканский континент. Задание на второй круг. Передайте через свой перформанс богатую культуру Африки. Не забывайте про образ. Нет, меня нет. Bitch is so serious. О, прикольно. Чап. Согласна. Я не могу понять, вот это больше смахивает на олд или на... Пацановский, да. Да, что-то что-то. Вот у меня чап. Очень по очень вопэмовски. Аутфит прикольный. Мейк. Да. Мать раздает. Опять. О, сундук. Опять мейк. Она к концу откроет сундук, я тебе отвечаю. Ого. Лайк за образ. Мне кажется, это Анин стиль такой. Угу. Мне нравится. Да, от меня тоже там. От меня тоже. О, есть другой зал. Thank you.
рождения, и в движениях не хватает Африки самой. Отменять, Энн? Отменять, Энн? Ну, так что, Юля, твое решение. Я хочу посмотреть. Настя 10. Очень на Нилу не похож. Чап. Ты меня чап. Сори, Наташа, да. На месте стоишь. Образ, образ лайк, прикольный. Да, но танец. Если бы больше танцевала образ, мне кажется, бы еще прям дополнил, и было бы классно. Серджио Сталкерс. Глаза закатила или мне показалось? За образ сразу чапаем или посмотрим? Нет, это либо через образ, либо через танец. Вроде как. Да. Либо-либо? Да, либо все сразу. Не-не-не, все, нет. Не очень. Тема категории «Секси-перформанс». Квартирный вопрос. Займемся секси-перформанс у вашей стены. Немного малярных работ не помешает. Задание на второй круг. Во время перформанса нужно взаимодействовать со стеной. Также возможно наличие реквизита. Хватает мне движухи немного. Прикинь, если бы она сделала боди арт и грузи нарисовала. Это был секси, но не перформанс. Устал, Даник. Baby, can't you see? I'm calling. A guy like you should wear a warning. А почему он в белой обводке? Окей. Пока больше на сексуальный похоже, как на перформанс. Ну подожди, сейчас... Сейчас музыка разойдет? Раскроется. Не туда. Ну, это не секс-айрон, ребят. Дальше... Все-таки в секси-перформансе вы должны танцевать все-таки. Да, поэтому это танцевальная категория. Это репит, это просто. Красить можно не только стену, Аня. Не довела немножко. Эй, вот это перформанс. Удар головой об стену мне в ЛС прислать. Да, да, было ритмичнее, энергичнее. Дерзко.
очень красивые каблучки. Это уже не то. Ой, ну от меня тен. Очень. Лёна. У нее просто не было поверх дорожки звуковой, и все как бы звуки хорошо слышны, да. Стук каблуков, и потом вот это. Сейчас, 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 медленно, медленно, тишина. Да. Это килом, это килом. Чап. Мне скучно, очень рвано. Чап. Соглашусь, но не то, что еще рвано, по музыке не всегда понятно было где-то, вот прям хотелось, ну вот, из предыдущего чего-то. Ой, гон, Че, Лёх снимал, да? На 100%. Покрасила то, что надо. Эй. Под винище лимон. Там. Нет, просто это когда ten. Там не было полностью бутылки, там было похоже на фалс, я испугалась. Видимо, что она его возьмет сейчас. И что она с ним нарисует их на стене что-нибудь? Я не могу теперь адекватно воспринимать, простите. Ну. Сексохота. Понимаете, такое раннее-раннее утро. Когда стекло, когда он ноги раскрыл. Почему все время медленно так? Всегда. Кто-то думает, что секс это медленно. Да и Олд, вы тоже будете. А ну нет. Нет, чап-чап-чап-чап, нет-нет. Танцуют, мне интересно. Драйв, нужно такое настроение. Чап. У меня чап. Настроение такое, но не значит, что медленно. Ну, мне как бы не хватает движа вообще. Так. Да типа приоткрыла. Чуть-чуть. Секси. Такой, знаешь, типа школьник. Ну такая категория. Ага, ага. Мне нравится.
нравится. Да, там. Мы закончили этот раунд. Всем большое спасибо за участие и просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Беларусь in Ballroom. Инстаграм Блонди Милан. И увидимся в следующую пятницу. We'll be right back.